Всем большой привет! И сегодня я хотела нарисовать с вами вместе еще один небольшой, скажем так, фрагмент нашей листовки. Итак, схематично это будет выглядеть примерно таким образом, что человек бросает мусор в урну. Давайте даже, наверное, звездочку оставим. В принципе, нам звездочка и нужна. Только удалим. А что здесь лишнего, интересно? Ладно, здесь лишнего вроде пока ничего нету. Это у нас будет рука. Нам надо будет только добавить точки. Где-нибудь в районе, собственно, сделать какую-то талию. Ну, чисто гипотетически, допустим. Вот это, наверное, будет лишняя точка. Так вот. Здесь как-нибудь сделаем. В общем, не знаю пока, как, но как-нибудь. Так. Так, эту руку мы опустим. Просто обычная рука. Так, это должно быть очень просто, наглядно, а главное понятно. Ну, собственно, нарисуем новую банку. Или можно нарисовать, не нарисовать, а взять, допустим, вот этот вот, где у нас тут в контурной графике он. Изолируем. Ctrl-C, Ctrl-V. Переносим на самый верх и вырезаем. Нет, неправильно. Вот так вот. Разгруппировываем и берем только внутреннюю часть. Вот наша бутылка, красим ее в белый. Ну, по сути, это то, что я хочу, только теперь надо мой силуэт сделать, ну, хоть немножко похожим на человека. Так, честно говоря, должны же быть плечи у моего товарища, да? Вот, это у нас будут такие вот плечи. Может, ручку немножечко расширить? Я напомню, какая-то очень длинная у меня вышла. Меньше мы примерно вдвое. Вот. Я не хочу никак абсолютно детализировать его, потому что моя цель не в этом. Ну, конечно, это должно быть хоть немножко, но симпатично. Так, в чем же смысл этой, собственно, концепции? Так, вот тут мне нравится больше, когда вот эта вот мышка стоит. Да, суть в том, что мы бросаем бутылки. А, и еще я, кстати, тоже так думала. Вот так вот, да, сделать. То есть вот эту вот картинку. Так, ну что, нормально мой человечек выглядит? Главное, чтобы было понятно, что это собой представляет. То есть это получается как-то вот так вот, да, он полубоком, получается, у меня стоит. Итак, и я решила, что, наверное, для начала, да, так как это совсем-совсем такое начало, проще будет сделать, чтобы все бросалось куда-то в одну просто мусорку. Группирую вот это вот, так, голова не влезла. Группирую, на всякий случай. Да, что открытых путей нету, хотя это пока еще рано, и это еще не на стоке. Вот. Вот. А, кстати, вот с этим вот. Ну, тоже явно что-то надо сделать. Так, вот это мы сейчас заблокируем. А вот это вот сгруппируем. И дадим какой-то цвет. Ну, вот так вот, да?
А, кстати, еще один момент. Если у вас есть какие-то идеи, как улучшить или что еще дорисовать, обязательно пишите. Будет интересно. Будет наш такой совместный мини-проект. Все, всем спасибо за просмотр и всем пока.